Министерству антимонопольного регулирования и торговли Беларуси 5 лет. В 2016-м на базе Минторга был создан новый госорган. Сейчас большое внимание на внутреннем рынке ценовой стабильности. На социально значимые товары введено госрегулирование. Эта мера в период пандемии позволяет защитить своего покупателя от растущей стоимости продуктов в мире. В Беларуси погиб солдат-срочник. Причина – неосторожное обращение с оружием. Результат – огнестрельное ранение. ЧП произошло во время занятий по огневой подготовке в 72-м объединенном учебном центре. Министерство обороны начало проверку произошедшего. Также на месте работают сотрудники Следственного комитета. В Беларуси создан фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков. Его главная задача – поддержать медиков, которые пострадали от противоправных действий других лиц во время выполнения своих должностных обязанностей, а также оказывали помощь в экстремальных условиях. Во вторник вечером в деревне Панкратовичи случился пожар. Горели три постройки, хозяйка находилась на улице. Спасатели ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние дома. В результате уничтожена кровля, перекрытие по всей площади в летней кухне, бане и сарае. Имущество. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается. В эти дни в Бобруйске проходит чемпионат Беларуси по боксу. Турнир завершится 11 сентября. В этот же день пройдут финальные бои. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов. Минская, Могилевская, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская области. География старта.